Ох, тут патрон до сколько. Да что ж такое, никак не могу залезть. Мы на электростанции похожи на какой-то. О, теперь, кстати, эти. Подствольник есть. Ох ты, херай. Я понял, что произошло. У кого-то есть подствольник, да? Насчет. Кому-то подствольник дали. Да, кому-то дали подствольник. Хорошо, что меня там не было. У меня положительный счет, потому что за всю историю игры отыграл. А я целых 3 очка отыграл. Было минус 167, теперь минус 164. Польза. Нихера! Я подошел. Я думал, там вижу, не вижу цель, не вижу препятствий. Так, я тебя не нашел, но нашел еще один видеомагнитофон. Не подходи, зашибу, блядь. Вообще нет, похоже, это осциллограф все-таки. Осциллограф. Блин. Хорош. Где вы находитесь вообще? Сап, я вообще в тебя не. Мы назад вернулись. А вы, я понял, это регресс называется. Так. Бэйвот, стой, я дам тебе. Стой, противник, давай. Хоть ты этого и не заслуживаешь. Ха-ха-ха. Лови машину, чел. Машину. Суперприз, автомобиль. Как он забавно встал. Ясно. Короче, то, что мы стреляли, все бесполезно. Ломиком. Как в сталкере, знаешь, все убиваются на жопу. Контролеры, все это гиганты, все это штаны. Стрелять бесполезно. Походишь на жопу, все. Оба. Это чё, в смысле? Я зашел в лифт с москвичом и поехали вместе с ним. Зеленый москвич. Мать. Кстати, может нам восполнить москвич? Чё, без таймера? Ну, раз... Нет, он без колес. Ладно, ты удачно, главное. Ну так, хорошо. Ну, типа, куда ты едем, да? Это мой москвич, я первый его увидел. Что там творить? Коев, по идее, русская комьюнити маленькая, что все каждого знают. Ну да. Почти что. Да. Но ну, реально небольшой человек. Спуна, мать, уйди! 300-400, наверное, больше. Стой. Я мастер рикошетов просто. Now what? Это комбайн. Заметь. Я тут не при делах. Кухонные. Я не могу двигаться. Я парализован, ребят. Я тебя вылечу. Ой, нет. Я сам себя вылечу. Не того вылечу. Главное, себя не вылечить сейчас. Слушай, а вот ты когда держишь гранатомет, у тебя конец, ну в смысле, другая обратная сторона цилиндра, она глухая почему? Так должно быть? Не знаю, я же держу. Все возможно. А, ну раз ты держишь, тогда конечно. Ой, как бомбануло-то. Там половинка зомби ползет по.
Это ерунда. Это царапина. Батаскрэч. Из батаскрэч. Ух ты. Зачем автомат-то трогать? Ну? Человек, иди сюда, у меня подарок. Подарок. Где он? Ты гнома-то взял своего? Куда гнома дел? Че сегодня у тебя аптечек? Я тебе скажу одно. Гном сразился с этим комбайном как герой. Я понял, да. Сав сломал систему, короче. Ага. О. А вы... А что произошло в Дарно? Чиз. Он там была бочка где-то. Это была бочка, но что произошло с Дарнелом, я понял. Это была бочка. Тут у меня еще один житель моего дома под названием Яша. А, Яша. Бобр. Бобр Яша? Нет, кот Яша. Кот Яша. Это была взрывоопасная бочка? Да. Я... Ладно, я не буду больше трогать пробку. Сам смотри, обычный день работника просто. А, нога, все, производственная травма. Пошел в больничку. Домой пошел. Да. Ура, отдохнул. Эй, я тебе стул принес, работник. Вот, офисный стул. Раз нога сломалась, вот, пожалуйста, работай в офисе. Тише. Давайте все спокойно. Вот у тебя и компьютер тут со столом, пожалуйста, вот. Или компьютер тоже на компьютер. Все. И твоя тут не зовут. Так. Так оно и должно было случиться, да? Сав что-то подозревал и не заходил в комнату. Конечно, если долго долбить бочку с бензином, она взорвется рано или поздно. Просто представляешь, это в реальной жизни бочка бензиновая, и ты стоишь кулаками ее долбишь. Ну, потому что трение же, да, вот бензовозы специально же цепь, чтобы это самое статическое электричество сбрасывалось. Вот, пожалуйста, трение. По-моему, ты кулаками такого трения не добьешься. Это смотря как бить, мне кажется. Чисто теоретически, ну это как, знаешь, задачка. С какой скоростью нужно перебирать ногами, чтобы ходить по воде, как Иисус. С такого же сорта. О, есть контакт. О, Боже. Главное, как будто я сам себя убил, ну, конечно. Прошли? Прошли уже. Быстро. Прошли. Ну, быстро, я что-то еще. По-моему, о, прошло, я нашел как-то... тоже с минуты. Может, стоило не ходить туда? А что, мне нравится выход? Ну блин, ничего не началось, а уже выход. Удачный выход. Это предыдущий, это локдаун 3, обратите внимание, пожалуйста. Да-да-да. Так что это назад выход был.